Вот этот дом, друзья, будет претендовать на звание, если не самого красивого, но, по крайней мере, одного из первого игрового дня, может быть, и всего турнира. Все как по нотам было разыграно с последней передачи Руслана Аманова на игре Приштеля. Ну и отметим всю комбинацию. Вся четверка в ней поучаствовала.